Добрый вечер. Это очередной видеоблог Олеся Бузины. Так как время сейчас между новым годом и старым новым годом, то есть делать особенно нечего, событий в стране тоже немного, ну, кроме нескольких убийств. Но это же нормально вообще, что происходят убийства, причем не только в Украине, во всем мире. Вообще людей убивают, это не событие. Нормальных событий нет. Я решил использовать этот момент между юлианским и григорианским Новым годом для того, чтобы ответить своим интернет-критикам. Я знаю, что у меня есть недоброжелатели. Я почитываю иногда эту критику. Есть метод Валентина Пикуля, моего любимого писателя. Тот вообще никакую критику не читал. Я не следую в этом Пикулю. Я все-таки иногда почитываю то, что пишут люди обо мне в интернете. Так вот, что я вам хочу сказать. Мне глубоко по барабану, что вы обо мне в интернете пишете. Потому что меня зовут Олеся Бузина. Я, вот что бы вы обо мне не писали, там пишут, что я жив, москаль, там еще что-нибудь. Самое главное, это то, что я бренд. Я существую. Я все подписываю своим именем. А вы подписываете никами. Трусливо. Ну, знаете, вот как паршивые коты, нет, вы даже хуже, чем коты, потому что когда кот наделает в тапочек, пытаясь отомстить хозяину, то ты знаешь, что в тапочек нассал вот этот конкретный кот. Вы, мои дорогие интернет-недоброжелатели, хуже самого паршивого кота. Поэтому я вам со всей ответственностью заявляю. Как бы вы ни пытались меня уесть, у вас это не получится. Потому что ваше мнение не имеет для меня абсолютно никакого значения. Да, и кстати, можете меня поздравить. Несмотря на то, что дело между старым и новым годом, я только что сдал в издательство свою 5-ю книжку. И через месяц она с Божьей помощью, а все, что я делаю, это всегда обязательно с Божьей помощью, появится продажа. Она называется «Воскрешение Малороссии». Ну, бывает.